Часы для героя. 16-летнего Александра Ергина, спасшего из Иртыша двух девочек, сегодня наградили в администрации Ленинского округа Омска. Свою награду готовят и в МЧС. Документы сейчас на подписи у министра в Москве. История произошла 1 июня, и сразу же попала в топ новостных лент страны. Многодетная семья гуляла на набережной, когда родители на несколько секунд отвлеклись. Две девочки, 5 и 6 лет, оказались в воде. Отец бросился в воду спасать детей, но сил хватило лишь, чтобы удержать девочек над водой. Через несколько минут одна из малышек выскользнула из рук отца и уже шла под воду. Подросток, услышавший крики о помощи, прыгнул в воду и помог вытащить на берег сначала одну, а потом другую девочку. Я смотрю, то, что ребенка носит течение, и никто не прыгает, что меня и удивило. То есть я начал потом раздеваться и прыгать в воду. Может, из-за того, что молодой. То есть полегче будет. Там, ну, полегче всем бы было. То есть и вытаскивать, и то есть подниматься. Теперь Александру, который в этом году заканчивает 9 классов, обещали помочь с поступлением в колледж.